Жертвы ненастья во вторник в 11:45 на 103-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Водитель ВАЗ-21099, судя по видео с регистратора, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где развернулся и попал под движущуюся иномарку «Фиат Дуката». Пассажир ВАЗа, ехавший на переднем сидении, погиб на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель русского авто с травмами госпитализирован в Тейковскую ЦРБ. Мужчина за рулем иномарки отделался испугом. Проезжая часть обработана, мокрый асфальт, и он цепляется сначала одну обочину непонятной причине. Он начал вилять задолго до этого. У водителей транспортных средств взяты анализы на исследование.